Жителей Сургута напугало видео заготовки могил на местном кладбище. Ролик сразу стал вирусным и разлетелся по информагентствам. На кадрах, снятых с проезжающего авто, видны ровные ряды ям. Автор ролика предположил, что это связано с четвертой волной коронавируса. В администрации Сургута пояснили, что перед наступлением холодов, чтобы не копать мерзлую землю, ежегодно заготавливается около 600 могил. Нарушений законодательства в этом нет. В этот раз заготовили примерно такое же количество.